Так, тихо. Я вижу охранника. У меня есть план. У меня есть план. О, спрячьтесь за угол. Эй, пацаны, есть закурить? Так, все, чисто сработало. Я хочу. Папа, стой, я хочу тебе руку пожать. Отличный план. Спасибо. Идем дальше. На канале Station 714 ты сможешь найти действительно одни из самых лучших влогов на YouTube. Очень приятная внешность, голос и также интересная, что самое главное, смешная съемка видео. Заходи и подписывайся. Как делишь, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть то твой папочка в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Ребята, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем набрать, тем больше серий «Кто твой папочка» мы продолжим записывать вот таким составом. И, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все есть в описании. И также, ребята, не забывайте писать свои положительные комментарии, в комментариях писать новые идеи для серии «Кто твой папочка». Мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. И также давайте наберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании, и вы сами смогли поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Папа, чё сегодня по телеку? Ну все как обычно, по сути, да? Моя любимая передача. Чё-то не работает. Чё случилось, Женечка, что случилось? Я была в школе, и пришли какие-то люди, украли моего друга. Дверь надо закрывать. Украли моего друга. Он персит. Украли моего друга, украли. Папа, что будем делать? Помогите моего друга найти. Ты знаешь, что я был агентом в молодости? Мне кажется, время для нашей тайной организации, Женечка. Да, папа? Да, спасать друга. Да. Пошли. Ну что, ребята, готовы? Пришло время рассказать так, ему. Так, давайте одеваем костюмчики, которые нам помогут. Это что такое за оружие? Ну-ка, дай-ка мне. Я посвящаю тебя в рыцари, выдаю тебе. Спасибо. Итак, Эдичка, сейчас, ты берешь снайперскую винтовку, снимаешь лево. Ты, Женечка, обходишь и снимаешь право. Понятно? Да. Женечка, давай на счет три. Подожди. Жду твоей команды, Женечка. Раз, два, три! Замечательно, хорошо сработано, проходим. Главное по стелсу, чтобы нас никто не заметил. По стелсу. Это же тайная операция, тайная. Так, тихо. Я вижу охранника, у меня есть план, спрячьтесь за угол, Давай. Эй, пацаны, есть закурить? Папа! Так, все, чисто сработало. Папа, я хочу. Дальше. Папа, стой, я хочу тебе руку пожать. Отличный план. Спасибо. Идем дальше. Главное не шуметь, чтобы сигнализация не сработала. Охранники! Не палитесь, они там что-то базарят между собой, не палитесь. Тихо, обходим, тихо. О, диван! Сундуки, давай берем оружие. Нет. Женечка, тебе не нужно оружие, мы тебя защищать будем, ты и так очень слабенькая. В смысле мне не нужно оружие? Ну, как мне не нужно оружие? Да не ори, Твою мать! Спасай! Побежали! Как нам забраться сейчас на твой этаж? Что ты взорвался? Понятно! Сигнализация выключилась! За мной! Быстрее! Давайте! Я сейчас выключу. Как нету, вот чай, я его вот выключаю сейчас. Выключаю? Сейчас. Выковырите меня отсюда. Я выключил сигнализацию. Фу, папа, ну ты прям наш спаситель. А, застряла. Так, ну все, вроде хорошо сработано. Почти все тихо, почти все гладко, никто ничего не заметил. Так, прыгай. Папа, охранники, папа, тебе нужно что-то. Так, я показываю план! Давай, папа! Круши! Давай, Рэмбо! Так, тихо. Вроде справились, да? Да. И где этот босс? Где босс? Немного не по стелсу, но все же. Так, кто это такой? Мне кажется, это, наверное, тут... Помните, какой маленький! Голова этой... Да... Зачем ты его ударила? Женя! Он слишком сильный! Меня убили! Да бейте ему! Женя, зачем ты вообще его ударила? Он же босс! Я не знаю, он такой мне пусть был, такой маленький! Он же голова, ты его бьешь! Где он? Куда вы меня столкнули?
Папа, папа, отойди, папа, отойди, предупреждение! Давай! Куда я вылетел? Блять, я не понял, он чужий! Он сюда ходится, вперед, убивайте его! Да чё, он живучий! Туши, туши, пацана! Готов! Фу, так, сейчас нам нужно вернуться. Погнали, погнали, погнали! Мой друг где-то рядом! Я надеюсь, что твой друг... По-тихому! Да. Ну, всё же. Женечка, я надеюсь, что твой друг этого стоит. Потому что мы не просто так его... Друг очень хороший. Я с ним провела очень много времени. Ну, мы на это очень надеемся. Папа, давай забираемся на... Забираемся. Как вы это делаете? Я не понимаю. Мы же паркурщики. Ты же сам нас обучал этому, папа. Подождите, мне не хватает немножечко. Давай, папа, давай. Папа. По стенам, папа. Почему папа. Лестницы в форме... У женщины фантазии просто такие. Просто такие фантазии. Где? Находим. Где мой друг? Да, что за лестница сломанная? Подождите меня. Вызволите. Я застрял. Все, спасибо. А, я его слышу. Уйди, мой лапочка, пусенька, как я тебе скучала. Женя, с тобой все хорошо, Женечка? Это ж игрушка. Так, Женя, я что-то не понял. Друг! Друг игрушка? Ну это мой друг. Ты что совсем дура? Что мы тут делаем? Ты понимаешь? Это игрушки. Мы людей убиваем! Людей убиваем! Ради твоей игрушки? Папа, режь ее нахрен, она сумасшедшая. Режь ее. Я вообще в шоке, как ты вообще упрешь? Женя, мы тебе больше никогда помогать не будем. Понятно. Дура. Ладно, давайте домой, забирай свою игрушку, потопали домой. Ну что, сваливаем с этого места. Давайте, 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 быстро, 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 пока все не заралось. Игрушечка не дуон, да. Да, ну в принципе, как обычно, мы где бы ни появились, все обычно взрывается. Но самое главное то, что мы спасли игрушечку Гидеона. Да, разрушили дом миллиардера, но спасли игрушечку. Да, Женечка. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Если вы хотите видеть продолжение рубрики «Кто твой папочка», обязательно ставьте лайки. Давайте наберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании. Да, ребята, как обычно, не забываем подписываться на наши каналы. Ссылочки все будут в описании. И, ребята, не забывайте писать в комментариях новые идеи для серии «Кто твой папочка». Мы всегда читаем все ваши комментарии, и на самые интересные мы отвечаем. И ваши идеи мы постараемся реализовать в следующих сериях. Да, ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.